Болельщики в предвкушении. Игроки получают последние наставления от тренера. Дружеское приветствие. И на паркете Дворца спорта «Видное» начинается матч в рамках отборочного тура Кубка Европы. В этот раз партии НК предстояло сразиться с гостями из Польши. Командой Артега Бедгош, одним из самых сильных клубов своей страны. Очень сильная, сбалансированная команда, в которой опытные игроки, по большей части иностранного происхождения, не польского. И тем интереснее сегодняшняя игра. Это третий матч в рамках Кубка Европы. И пока что девочки показывают хороший, качественный баскетбол. Продемонстрировав слаженность командных действий, высокий процент реализации бросков и качественную защиту, первая половина матча для «Спарты» сложилась более чем удачно. 13 очков преимущества. Вторая десятиминутка также началась весьма успешно. Видновчанкам все еще удавалось держать заданный темп. Итог – увеличение отрыва на 19 очков. Безусловно, играть на домашнем паркете легче, особенно когда за спиной поддержка фан-зоны, которая состоит из десятка активных болельщиков. Я бью по барабану, а мои, так сказать, коллеги кричат и тем самым поддерживают нашу команду. А я сегодня слышала, что еще такие негативные были крики в адрес противника. Что это значит? Это не негативные крики, мы им мешаем тем самым, то есть сбиваем их. Игры видновского женского баскетбольного клуба «Спарта НК» давно стали отличным досугом для горожан. Любители этого вида спорта не перестают посещать матчи, чтобы поболеть за наших девочек. А клуб отвечает им взаимной любовью. Часто в большом перерыве проводится лотерея с розыгрышем подарков с фирменной символикой команды. Супер, замечательно, спасибо большое. Даже не ожидала. Но какой бы рьяной ни была поддержка болельщиков, к середине второй десятиминутки видновчанки стали сдавать позиции. Потеряли концентрацию и позволили более опытным соперницам переломить ход встречи. Поединок завершился поражением «Спарты НК» со счетом 81-88. Следующий матч состоится 29 октября и тоже на домашнем паркете. В рамках чемпионата России «Спарта» встретится с командой МБА из Москвы. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.